гаубица М777 производства США в боевых условиях. Гражданство Украины обстреляли город Исмаила, куда они не Следственный комитет России полагает, что подрыв автомобиля, приведший к смерти дочери философа Александра Дугина Дарьи, был заранее спланирован и носит заказной характер. Об этом сообщается на сайте СКР. ЧП произошло накануне в районе поселка Большие Веземы. Взрыв был такой силой, что от внедорожника почти ничего не осталось. Девушка погибла на месте. Алексей Баранов с подробностями. Разбросанные на все три полосы обломки машины, следователи продолжили изучать с восходом солнца. Утром место происшествия было еще оцеплено. Взрывное устройство сработало, когда автомобиль находился в движении. Дарья Дугина ехала по Можайскому шоссе в районе поселка Большие Веземы. Потеряв управление, машина врезалась в ограждение. То, что за рулем находилась именно дочь философа и известного общественного деятеля Александра Дугина, уже подтверждено официально. Известно, что отец Дарьи должен был ехать на этом автомобиле. Дугины возвращались с фестиваля «Традиция». Политолог пересел в другую машину буквально в последнюю минуту. Отец ехал следом за дочерью и мог стать свидетелем. Некоторые залы не используются месяцами. За лето же ситуация лишь ухудшилась, так как в этот период каждый традиционный был на более. Более чем на треть меньше, чем в начале года. Кинотеатры начали использовать меньше залов по мере падения объема контента. После того, как голливудские менеджеры относительно аналогичного периода прошлого года. Вы слышите? Я даже разложила по полочкам, за что? Но с другой стороны, ну что ж, это такая важная сегодня проблема, которой нужно очень срочно заниматься. Будто и нет вещей поважнее во времена глобальных тектонических геополитических сдвигов, когда решаются судьбы государства целых континентов. Ну а какое все на деле кино?